Игровой практикум от спасателей – это единственные в Подмосковье курсы, которые проводят сотрудники химспаса для школьников. Ребята на практике могут попробовать себя в роли пожарного или диспетчера. Дарья Соколова здесь не случайно. Она с детства помогает людям и животным и мечтает свою судьбу связать с профессией спасателя. Я узнала много нового о экипировке спасателей. Я узнала, чем отличаются просто пожарные от спасателей. Попробовала пробежаться с пожарным шлангом и попробовала потушить пожар. Сотрудники аварийно-спасательной службы провели не только экскурсию для школьников и волонтеров, но и показали служебные машины, познакомили с рабочими инструментами. А также ребятам рассказали, какими качествами должен обладать профессиональный спасатель. Он должен любить людей, прежде всего, потому что эта профессия неотъемлемо связанная с людьми, с помощью людям. Он должен быть добр, он должен быть ответственен и он должен быть смел. Самое главное. Ну а самое главное и, пожалуй, самое интересное – это практическая часть. Школьникам организовали учебный выезд. Ребята учились пользоваться носилками, масками, огнетушителями, пожарными шлангами и другим инвентарем. Эта штука называется попугай. Попугай по причине того, что вот эта часть рабочая, она схожа с клювом попугая. Она нужна исключительно для того, чтобы что-то перерезать. На игровом практикуме присутствовали муниципальные депутаты Инна Монастырская, Валентин Герасимов и Николай Томашов. Они говорили о том, как важно проводить такие практические занятия для школьников. Конечно, очень важно ребенку на каждом этапе его взросления показать широкий спектр профессий, которые он может выбрать. А все-таки такие специальности, они воспитывают в людях стойкость, бодрость духа. В практикуме приняли участие больше 40 детей. Многие из них после такого учебно-практического урока захотели стать спасателями. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.